Вот такое чудо китайский трехголовый дракон, красный огненный шар. Отсылку поймут те, кто знает одно произведение фэнтези-сказочного значения. Подключение идет через USB-порт основной, потом micro-USB, Type-S и подключение, не помню, как оно называется, для планшетов Apple. Их специализированное, не новое, закреплено такой вот резиночкой. Все провода четкие, ровные, нигде никаких заусенцев или чего-то подобного нет. Цена мне неизвестна, так как заказывал мой брат. Здесь вы видите его общий вид и длину. Собственно, вариант зарядки, как это все оформлено, подключается как к трем вариантам гаджетов. Собственно, опять же, Type-S, micro USB и планшет. Спасибо за внимание. Ждите новые обзоры.